Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. И сегодня у меня хорошая новость. Наконец-то мы с вами откроем посылку из Америки. Напомню, что это 9-е видео из рубрики «Посылки из Америки». Ура! Поехали! В этой коробке собраны куколки разных марок. Ну, я не буду вам рассказывать, какие именно сейчас. И давайте скорее открывать, а то горячие новинки остынут. Итак, теперь смотрим, что же тут внутри. И, пожалуй, открывает нашу посылку... Что? Это крутой парик и костюм Хани Свамп. Или Хони Свамп. Да, конечно, здесь огромная шевелюра, и мне прям очень не терпится открыть и примерить этот паричок, ну и, конечно же, снять видео. Ого! Какая длинноногая, да это же муза! Я по личному опыту могу сказать, что муза это довольно редкий персонаж, и ее не часто встретишь. А вот и принцесса Диана. На позапрошлый Новый год мне подарили некоторых кукол из Disney Store. Например, Белль, Белоснежку, и, кстати, Анна из Frozen и Аврора мои самые любимые из этой марки Disney Store. Мне очень понравилась эта темнокожая красавица, и после очень долгих размышлений эта куколка теперь в моей коллекции. Так что добро пожаловать, принцесса Диана. Как я вижу, пришли две куколки из бюджетной серии Book Party. Это Gingerbread House и очаровашка Китти Чешир. Несмотря на их довольно лаконичные образы, в этой серии они вышли очень милыми и со вкусом. О май гад, это же Bloom Enchantix! Она такая красивая! Это, кстати, моя очень давняя, предавняя мечталочка, и наконец-то она осуществилась. Кстати, за этой куклой я, пожалуй, охотилась, наверное, лет 5. В общем, ух. Так. Смотрите, что я вижу. Это новая Лагуна Блю и Клео Де Нил из серии Ghost Beast Pet. Да, так и есть. Вот сейчас я их рассмотрю. У кукол новая рисовка, как я вижу. Ну и как я знаю. И, кстати, у Клео появились молдированные бинты, что довольно интересно. Прикольная задумка. И я хочу сказать, что куклы довольно милые. Вот у них слегка губы изогнуты в улыбке. Глаза большие-пребольшие, ну особенно у Лагуны Блю. В набор прилагается питомец. У Клео Де Нил это очаровательная кошечка серого цвета, а у Лагуны Блю черепашка. После перезагрузки бренда многие пишут разные комментарии. Например, то, что Клео потеряла свою грациозность и свой надменный взгляд, что раньше она была более похожа на царицу Египта. Но, однако, хочу заметить, что зато теперь многие родители поменяют свое мнение насчет Monster High, а это огромный плюс. В этой посылочке есть еще одна диснеевская кукла, и это Синдерелла, то есть Золушка. Интересно, не потеряла ли она там свою туфельку? Ну, я, честно говоря, пока не вижу, но надеюсь, что нет. Если вам будет интересно посмотреть видео про мою коллекцию кукол от Disney Store, то обязательно пишите в комментарии. Все, что вы пишете, я всегда читаю. Ну а посылка не перестает удивлять. И здесь я вижу двойной новый сет Welcome to Monster High. И это новый персонаж Моника Дикей, а также Дракулаура. В компании с ней идет в этом наборе. И в Монике мне также нравится ее взгляд, который отводится в сторону. То есть такая интересная задумка и фишка в этой кукле, в этом персонаже. И у нее также стильный аутфит. Ну и, конечно же, Ула тоже не отстает в одежде. Дракулаура выпускается в этой серии аж в трех вариациях. Это супер бюджетная, без шарниров в локтях и кистях, также в этом наборе, и кукла Дракулаура Трансформинг. И все эти куколки в разных одеждах. Это же парик, который светится в темноте. И кто догадался, зачем он мне, обязательно пишите в комментарии.
это Дракулаура из серии Ghoul to Bed. Из монстров летучая мышь. Кстати, по названию можно сразу догадаться о перевоплощении Улы. Эта кукла выходит после Reboot 2016, и у нее новый тип лица. Пока что для нас немного непривычный, но она очень милая. Прямая челка с хвостиком, большие глаза и улыбка добавляют ей очарование. Как я уже сказала, кукла трансформер, и при поднятии специальной штуковины ее крылья опускаются. А еще в этой посылке пришла такая вот игра Monster High. Так, посмотрим, что внутри. Ой, я что-то уронила. В общем, такие вот интересности. Еще здесь есть такая вот масочка. Сейчас ее примерим. Ну что, мне идет? Ну а на этом наша посылка пуста. Обязательно напишите в комментарии, понравилось ли вам видео и на какую куклу вы ждете обзор. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Be cool and crazy! Пока-пока!